Здравствуйте, друзья! Хочу немножечко рассказать о клакинге и о выдуве в манок. Как правильно в него дуть, потому что во многих случаях это составляет некоторую проблему. В первую очередь это набор количества воздуха. Не надо, обычно стараются надуться и туда дунуть как следует. Не надо надуваться, надо воздуха взять буквально немножечко, на полувдохе работать. И мышцы живота, они должны быть напряжены. Вот когда вы работаете, то у вас немножечко они напряжены. Вы выдуваете изнутри тоненькой струйкой воздуха. Значит, какое положение языка при этом? Кончики языка находятся под нижними зубами. Язык согнут. И вы упираетесь им в небо, вот в переднюю часть неба, как раз за зубами находится ступенька. И как раз идет небо. И вот согнутым горбом языка вы как раз вот и упираетесь туда, делаете. Либо вот более высокий вариант клакинга, это без добавления голоса. Или более низкий, мне более привычный, это с голосом. Также вот низкий звук тоже бывает, вызывает затруднения. Я в прошлый раз рассказывал, но добавляем, как бы дуем точно так же, воздуха немного, набираем в легкие. Легкие вообще не набираем, больше вот в этой части воздуха. И гудим в манок больше, чем дуем. Дуем совсем чуть-чуть. Если чуть передуть, то манок уходит в верхний диапазон. Обратно уходим вниз. Вот вместе с клакингом можно делать. По-английски это называется scratch. У нас там гудение, бормотание, как угодно можно называть. Ну, в общем-то, и все. В следующий раз постараюсь рассказать о йодлях, как получить их разными способами. Спасибо.